Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Haunted Memories. И мы спускаемся в бункер. За нами постоянно гоняется какая-то хрень непонятная, не очень похожая на Слендера, но на что-то другое похоже еще меньше, и мы валим от него, валим. Ой, скотина, он там. И куда же мы, мать его, за ногу идем? Я не знаю, что я подобрал. Что это такое? Какого? Что? Куча трупов. Это какие-то концлагеря, что ли? Капец. Я думал, конечно, что мы здесь найдем что-то побольше. Ладно, уходим нафиг отсюда. Он все еще там? Вроде ушел. Ладно, давайте убираться отсюда. Подожди, я не могу сказать, что мы хоть что-то почерпнули отсюда. Зачем мы сюда ходили? Зачем применяли этот ключ? Объясните мне, пожалуйста. Короче говоря, надевайте наушники. Игра реально пробирает, несмотря на то, что она очень клишированная такая. То есть про Слендер игры мы видели уже. Ну, там не именно Слендер, конечно. Но, в общем, мы их видели очень много. Так, каких-либо ключей мы тут не нашли. И давайте выходить отсюда, что ли. В общем, нам нужно как-то попасть на электростанцию, но пока что... Так, давайте сделаем вот так вот. Пока что у нас нет никаких ключей и вообще понимания, как нам туда добраться. Поэтому мы просто шарахаемся здесь. Ой, и я бы предпочел еще чуть-чуть убавить громкость в наушниках, потому что у меня вообще просто по максимуму. И мне реально просто... Твою мать. Просто не оборачиваемся, идем мимо. Мне реально просто страшно находиться здесь с таким грохотом в ушах. Поэтому я лучше подубавлю чуть-чуть. Короче говоря, мы нашли ключ и смогли... Подожди, это точно ключ? Да, ключ исчез. Мы ходили сюда ради, в принципе, вот этого вот. Ну, смысл-то нам. Я думаю, что вполне возможно, там должно было быть еще что-то для нашего инвентаря, но жители мы вроде все подробно осмотрели. Там ведь какая-то хрень шевелится. Твою мать. Валим. Валим, 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 валим. Ух. Короче говоря, я не хочу сказать ничего плохого, но в этом лесу нам делать пока нечего. Я не хочу, все. Я просто не хочу, не могу и не буду. Мне нужно топор найти, потому что там есть доски, которые наш хиленький главный герой не может отломать, я не знаю, пнуть по ним там ногами. В итоге мы... У нас села батарейка, поэтому я ничего не вижу. Зато у нас здесь вон Volkswagen какой-то старый, какой-нибудь черепашек. Возможно, я смогу что-то с него получить. Нет? Хорошо, а куда нас приведет эта тропка? Тут мы еще вроде как не были. Ну, я на 100% уверен, что никуда. То есть, в хорошее место точно не приведет. Нас ведет куда-то наверх. Мы уже посетили святую пещеру, посетили какую-то гостиницу. Нашли один предохранитель. Красный. Гостиницу пока войти не смогли. И по-прежнему нужен топор. И по-прежнему происходит что-то непонятное. Вот такие игры, вот их правильно называют, симулятор ходьбы. Но в этом есть свой прикол. Если вы ничего не видите, то не волнуйтесь, я ничего не вижу симметрично. То есть тоже. Так, а мы куда-то попали, кстати говоря. Что это за место, я затрудняюсь сказать. Но мы на высоте, здесь гуляет ветер. И мне бы не помешал какой-нибудь фонарик. Хорошо, еще подъем. Не знаю, вроде карты есть, но помощи особо нет, потому что, блин, слишком темно, и
И слишком темно, да. Еще выше. Куда я иду? Вы просто представляете, мне потом надо будет спускаться этой дорогой еще. Ох, что же за свет-то такие? Ого, это что? Ого, руки смотрите. Твою мать, где она? Где? На секунду расслабился. Батареечку одну, пожалуйста. Одну, будем. Я не знаю, что это, но это что-то очень и очень высокое. Винтовая лестница, это может какой-то маяк или обзорная вышка. Ох, я бы посмотрел, конечно, но у меня нет батареек. Поэтому сложно сказать, где я. Так, там спуск, но сначала давайте сходим повыше. Твою мать, все просто. Просто поднимаемся. Блин, мне показалось, что сзади кто-то за мной поднимается. Или поднимается? О, я ненавижу это. Просто ненавижу. Что ж за светы такие, я не знаю, под кислотой что ли какой-то? Что ж такое? И так ничего не видно, и еще вот это вот, вот, ну посмотрите, ну как это можно вообще что-то? Да, жизнь у нашего героя не сахар. А подумать, да, он очнулся в неизвестном месте, его мутит, вон как все троится перед глазами. Очевидно, его чем-то накачали. Ну и куда же я иду-то? Куда же я иду? Я, конечно, не боюсь высоты, но это же офигеть, твою мать. Все, понял, иду дальше. Он ненавязчиво так просто подгоняет нас. Типа, что встал? Давай, иди вперед. Да сколько же можно-то, посмотри, а там конца и края не видать. Ладно, побежали. Сейчас главное не подскользнуться, конечно, и не улететь куда-нибудь вниз. Понажимать, ну. Ну сколько, где-то там. Япона, мать, вот это высоко. Я уже ничего даже снизу не вижу, уже там троится все тоже. А представьте, как хорошо было бы, если бы был обзор на все это, и мы могли бы сориентироваться и понять вообще, куда нам идти и что делать. Но нет. Игра, повторюсь, банальный слендер, но выполнена при этом как-то, я не знаю, с приятным таким вниманием к деталям и довольно вылизана. О, наверх добрались. Отлично, ради какого-то... Да вы издеваетесь. Ради сохранения. Нет. Твою мать. Ради сохранения и ради еще одной бумажки, да? И что же у нас на этой бумажке? А, тот самый отельчик, в который мы попасть не смогли. И там кто-то есть у нас. Хорошо. Но это не дает нам ни батареек, ни какого-либо ключа, поэтому... Какого черта я тут вообще делаю? Я ради этого сюда шел? Смешно. Даже не может какая-нибудь, я не знаю, люк какой-нибудь. Да нет, ничего нет. Можно было бы спрыгнуть и убиться. Давайте попробуем. Воу, воу. Что? Что такое? Что? Господи, что это такое? Каким-то макаром я оказался гораздо ниже. Допустим, вон я вижу эту электростанцию там вдалеке. Ниже так ниже, нашим легче. Но это все равно пипец, конечно.
Я точно не знаю, с какой целью мы тут вообще бегаем, но понятно, что наша мотивация — это выбраться из этого места. Не понимаю, с какой целью мы собираем эти бумажки. На одной была фотография непонятных... Да что же такое? Только не говорите мне, что все так, как я думаю. По ощущениям, я резко поднялся очень сильно наверх. Я же почти внизу был уже. Что происходит? Ты посмотри, реально, я очень сильно поднялся наверх. Что? Это электростанция. А тут тогда что было? Ладно, неважно. Да япона мать, господи, да что же это такое? И чё? И как я отсюда выберусь? Меня постоянно кидает назад. То назад, то вперед. А, вы упали насмерть. Ну, ладно, допустим. Хорошо. Ну, я не знаю, меня просто не выпускает оттуда. Давайте как-то пробовать, что ли. Блин. Ну, попробовали. Не знаю, в принципе, еще полно мест, куда можно пойти, но сначала нам нужно спуститься с этой башни. Нам еще нужно найти топливо для непонятного насоса, который находится там недалеко. И кроме всего прочего, нам еще нужно найти какую-то непонятную комбинацию. Так, мы грузимся вообще, нет? Что-то как-то... Ну что, продолжим. Короче говоря, что я хочу сказать, все эти сохранения, которые мы делали, они бесполезны. То есть игра просто не грузится и уходит в черный экран. Возможно, это проблемы моей системы. Но, скорее всего, игра просто сырая, она не работает. Поэтому давайте мы посмотрим, что у нас находится в другой стороне карты, и уже будем ждать полноценного релиза, когда он выйдет. То есть нормально работающую игру. А пока что сходим вон там... Мы ходили на Грэнд Хилл, на Оук Авеню, но мы еще не были. Вон холм, на холме мы были. Короче, налево пойдем и посмотрим, что у нас там. Ладно, бабайка, раз такое дело, вылезай. Нет, все-таки это очень похоже на Слендера. Не знаю. Поначалу мне показалось, что это вообще что-то другое. Так, экипируем. И спрячем. Так, а вот, кстати говоря... подожди. Так получается... Вот отсюда... Вот отсюда же? Так, вот отсюда я захожу. Кровище. Так, кстати говоря, в этот раз ничего не подобрал. Странно, фонарик работает ужасно просто. То есть нужно постоянно его из инвентаря доставать. По-прежнему надпись «Лучше включить генератор». По-прежнему кровище. По-прежнему фоточка. То есть, получается, если мы идем туда, то мы попадаем как раз в этот лес. И получается, мы здесь практически везде были, что это? Потому что, посмотрите, вот тут вот генераторная, скалы. А там холм. Так, ну давайте сходим сюда тогда, и я просто... Ух, твою мать, спокойно, спокойно, твою мать. Какого хрена? Такого я еще не видел. Поднимемся, в общем, наверх и попробуем выйти на другую сторону, посмотрим, что у нас там. А кроме этого, у нас есть еще полно мест, но я не понимаю, куда и что и как идти. Вполне возможно, что оно полноценно еще и не работает, потому что
Повторюсь, это такая собранная по кусочкам демо. Но, в принципе, должно бы, по-моему. С фонариком-то оно, конечно, получше. Так, первая фотка у нас получается на входе, вторая в бункере в глубине и третья на этой вышке. Хорошо. Но я сейчас их брать не буду, просто схожу дальше, потому что эти фотки, они не обязательны. Просто здесь, вроде как я посмотрел, есть ачивмент за их получение. Окей. Батарейка вообще мало, могло бы быть и побольше. Либо, по крайней мере, фонарик мог бы работать как нормальный фонарик. Настоящинский. Так, мы сейчас находимся на холме Watch Tower, то есть точно дозорная вышка. А вот сюда мы еще не ходили. И здесь что-то мне подсказывает, мы найдем то, что нам нужно. Ну, как минимум батарейки. Уже неплохо. Так, очередной документ, на котором написано... записка. Стража нашла небольшую группу местных репортеров, разнюхивающих вокруг. Я приказал адаптировать их. Я настаиваю на том, чтобы то же самое делали со всеми незваными гостями. Отлично. Вообще просто замечательно. Это, конечно, не СЦП, но тоже жестокая организация, я так посмотрю. Незваных гостей просто в расход пустили. Так, и это что за место? Блин, башня высокая, офигеть. Трубы уже. Так, хорошо, допустим. Тут у нас я... О, топор, отлично, отлично. Все, я наконец знаю, что делать. И дело сдвинулось с мертвой точки. Мне бы как-нибудь... Нет, там речка, туда мне не надо. А я могу топор экипировать? Так, для этого мне нужно воспользоваться крайне неудачной местной системой. Инвентаря. О, как... Так, хорошо, теперь нам нужно вернуться назад, и там у нас была одна хижинка, которую мы трухлявые доски не могли ногами распинать. Теперь сможем, если нас, конечно, не сожрут. Хотел сказать, надо сходить сохраниться, но, по сути, смысла-то в этом особого нет. Ладно, не будем там фотографию брать, оставим это на полную версию. Потому что что-то как-то то ли баг, то ли этот слендер просто игрался со мной. Выбраться я оттуда не мог. Хорошо. А, и бункер, насколько я тоже... Твою мать. Валим, валим. Бункер, насколько я успел заметить, он тоже был нужен. Судя по всему, только ради фотографии. Только ради нее. То есть, соответственно, нам он сейчас не нужен. Так, хорошо, притопим. Притопим, господа. Так, ну вроде как... Нет. Хотел сказать, спрыгнуть сможем. Не сможем. Хорошо. Я не помню, кстати, бежать нам далеко, нет? В игре очень много беготни. Очень много. Ей это минус, но при этом именно благодаря этой беготне... Как вы знаете, я думаю, те, кто уже давно играет в хорроры, как я, знают...
пройдем из самых действенных и при этом дешевых приемов нагнетания атмосферы и ужаса. То есть банально заставляете игрока минут 5-10 бродить под тревожную музыку, желательно, чтобы гул все время нарастал. И потом в итоге, когда происходит что-то хоть чуть-чуть из ряда вон выходящее, вы реально уже готовы завизжать. Так, вот мы тут. Нормально? Так, хорошо. Все это ради ключа, который ключ от чего у нас? Так, Green Inn, понятно. Ага, хорошо. И мы, кстати, недалеко от нее, да? Так, да, вылазь. То есть теперь мы сможем войти в ту самую гостиницу. Отлично. Осталось понять, где она. Я маленько заблудился опять. На фотографии вы видели, что когда мы взяли фотографию, там была фотография вот этого Green Inn, и кто-то внутри был, кто-то стоял у окна. Это было реально жутко. Твою мать, твою мать. Да открой! Открой, открой, у нас же ключ есть. Ну вот как... Там даже... Твою... Налево. Закрой дверь, пожалуйста. Так, хорошо. Экипируем фонарик. У нас, конечно, по батареечкам беда. Сохраняться смысл. Да и пона. Да, попробуем сохраниться хотя бы. Ну, на всякий. Все же не работает, конечно. Люди. Вас тоже всех адаптировали, да, люди? Твою мать. Не оборачивайся. Да я обернулся. Я обернулся. Я мужик. Слепошарый, правда. Ни хрена не вижу. Батарейки эти постоянно. Да что ж ты... Что ж ты хочешь-то от меня, а? Не надо меня адаптировать. Я сам кого хочешь, заадаптирую. Так, лады. Да япона мать. Нет, 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 не может быть. Я застрял. О, да как так, ну? Сейчас меня вытолкнет, вот увидите. Сегодня мой день. Я должен выбраться отсюда. Я не могу ни прыгать. Ничего, давайте попробуем достать фонарик. Отлично. То есть... Сломанная игра, такая сломанная. Выпусти меня, Слендер. Зачем ты меня в текстуру засунул? Давай, давай, родной, давай. Короче, эту игру надо откалибровать, как говорил Гарус. Ну, все, чё, я застрял. Я сейчас могу попробовать опять загрузиться, конечно, но я не уверен, что это нам... Хоть что-то даст. В общем, вот такие вот пироги. Блин, реально, ну давай вылези. Мы же так неплохо с тобой играли, в тебя. Игра. Зачем ты это делаешь? Лестница, конечно, я знаю, что это реально краеугольный камень очень многих разработчиков. Очень во многих играх это все работает не как надо. Но в итоге, давайте выходить тогда, что ли. Не знаю, попробуем.
Сейчас посмотрим, если игра не загрузится, то, в принципе, на этом будем заканчивать. Короче говоря, ждем полную версию. Ждем, когда оно будет работать. Я надеюсь, вы известите меня об этом в личку или известите Дашу ВКонтакте, которая тоже мне передает все ваши запросы. Но сейчас я практически уверен, что у нас ничего не будет работать. Вот видите, звук пошел, а геймплея как такового нету. Никакого гейминга. В общем, это довольно печально, но тем не менее, игра мне понравилась. То есть, по сути, ничего нового. Вообще ни одной свежей идеи, ни одной свежей детали. Но неплохой сплав при этом. Хороших технологий, приятного слендера, который здесь почему-то все-таки пугает. То есть он реально бросается на тебя, двигается в твою сторону, а не просто неанимированная модель какая-то, или спрайт, как там было в ранних играх. И при этом какие-то секретные организации, заговоры, как там в SCP, что тоже, по-моему, достаточно интересно. Любопытные фотографии, не просто листочки собираешь, а реально либо фотографии, либо какие-то посылы, и в этом есть смысл. А в остальном очень-очень сыро, очень криво, и как это вообще выпустили в Steam, хоть и в ранний доступ, это, на мой взгляд, довольно серьезный вопрос. Тем не менее, надеюсь, вам понравилось, потому что я получил от этого удовольствие. Немножко мазохистское такое, потому что работало очень не как надо. Но тем не менее, удовольствие. Спасибо, что смотрели, увидимся в других инди-хоррорах. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.